Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Сегодня я буду мариновать степной сморчок. Здесь примерно 700 грамм. На 700 граммовую банку хватит. То, что лишнее будет, так съем. Здесь у меня уже готовая смесь. Одна чайная ложка сахара, 2 чайные ложки соли, лавровый лист, 3 листика, 3 гвоздики, 5 горошин черного перца, 2 зубчика чеснока, черный перец молотый по вкусу буду добавлять, ну, немножко на глаз насыпать, и уксус 9%. Я добавляю 1 чайную ложку на пол-литровую банку. Ну, так как банка будет 700 граммовая, 1,5 чайных ложки буду добавлять. Значит, степные сморчки сейчас я отварю, они станут мягкие в течение где-то, ну, минут 10 пускай. Складки станут мягкие, и я их промою. После этого солью воду и буду уже отваривать в рассоле, добавлю все эти ингредиенты, которые я вам указал, и буду закатывать в банку. В общем, все это вы увидите. Приятного просмотра. Итак, сморчки я отвариваю, но это пока отвариваю для промывки. Сейчас отварю, и потом уже будет готовиться, потом они уже будут вариться в рассоле. Друзья, не делайте никогда вот так, как я с грибами. Немножко подзасиделся, и все, вот она, пена, все, сбежала, все, плиту мыть. Теперь грибы отварились, вот они еще от горячие. Сейчас берем их и промываем. Вот они, складки сейчас все мягкие у него стали, он не такой хрупкий теперь. Промываем и складываем назад в кастрюлю. Грибы промыл я, все, поставил вариться. Вода свежая, тот отвар, который вышел из грибов, все это я вылил. И добавляем теперь сюда вот эту смесь для рассола. Сахар, соль, все, что я в начале видео показывал, гвоздика, перец черный горошком, чеснок. Все, сейчас все это варится 15 минут, и затем закатывать будем. Немножко сейчас так вот, молотого перца черного, вот так вот, чуть-чуть, совсем. Я люблю слегка острые. Ну, каждому свое, кто как по вкусу. Можно вообще молотый перец не добавлять, хватит и горошка. Забыл сказать, банку обязательно стерилизуем, крышку тоже нужно будет обмакнуть в кипятке. Рассол готов с грибами, и складываем их аккуратно в банку. Не забываем перед готовкой обрезать ножки, именно ту часть, которая земляная, так как гриб как бы сквозь землю растет, и складки, из которых состоит не только шляпка, но и ножка, как бы загребают за собой землю внутрь. Поэтому ножки никак не отмыть, обрезаем всегда ту часть, которая земляная, это видно на срезе, там земли очень много. Получается вот такое вот действие.
гриб уваривается, конечно, немножко теряет в объеме, но совсем чуть-чуть. Теперь грибы сложили, сливаем туда рассол. И завершающий этап, добавляем уксус. 1,5 чайных ложки. Вот 1 и вот 1,5 чайных ложки. Ну, чуть больше половинки получилось, ничего страшного. Все, закатываем. Всем удачной тихой охоты. Пока.